Нога, что это такое? Не грызи! Не грызи! Пошел в жопу! Здесь что? Что это такое? Что это? Кто это такой так? Дерево с листьями богатого изумруда цвета. Но это всего лишь листья. Нахер. Сосися, петушара. Здорово, дружище. И снова на твоем экране. Или мониторе. Смотря, с чего ты смотришь. Slime Ranger. Вторая часть. И как обычно, в твоих наушниках или динамиках голос твоего покорного слуги Дзусика. То бишь меня. Так, я уже забыл, как что здесь делать. Я предлагаю сегодня пойти и пробраться на другой остров. Как тебе такая идея? Я думаю, ты ее оценишь. Так, мне сказали... В одну кучу не сажать одинаковых. Ой, не одинаковых. А там типа разных. Будет жопа. Мне тут посоветовали. И я вот думаю. Может. Что мы делаем? Накормим тех, что есть. Организуем все здесь правильно. Или же это. Или же это. Так. Морковка у нас растет. Растет. Деревья поливается. Поливается. Да, кстати, я построил это. Я пока тебя не было, я дерево посадил. И помимо этого, я еще накормил, там был. Вот их я повыкидывал нахер. Потому что они. Они просто меня бесили. Они жрали тупо все. Вот. Всех курей пережрали. Уже их нахер выкинуть. В задницу. Пошли в задницу от моего дома. Так. Все. Смотри, вот этого бы я взял. Петлячок такой. Тара-та-тай. Нам посадить его в отдельную клетку. Это уже большой, да? Иди здесь. Нет. И вот там. Да нет. Вот там. Вот так. Все. Как смотри, заяц. Опять он пришел. Он знает, что здесь еда есть. Ой. Какой он говнюк. Ладно. Пойдем найдем новых каких-то. О. О, сорный слайм. Давай, забираем кристаллов. Я понял. Реально, если есть много еды... Ну нафиг, вот это вот все не надо. Это если есть много еды. Потому что реально кристаллы можно здесь пособирать. Да, ходить далеко. Но, что поделать, Смотри, там что-то. Что-то как-то куда-то. Давайте я хочу сюда. Давай соберем вот это. И это. Так, и это отдай. Что это? Капуста! Капуста, нет? Как вот туда забраться? Здесь какой-то, смотри. Здесь что-то подсвечивается. Что это такое? Так, отдали кристаллы. Отдали кристаллы. Ну, эти кристаллы эти самые слабенькие, да? То есть я за них очень мало денег получаю. Так. Давай вот фрукты. Возьмем. Но нам же нужно... О! Смотри. А, ему морковка надо, да? Он морковкой хавает. Возьмем вот эту черную курицу, мы хотели ее забрать. Так, вот это. Нафиг. Нам нужна эта курица. Да. Вот эта курица нам нужна. Мы хотели этого зайца найти, но не могли. Но мы его нашли. Мы нашли зайца. Да. Можем эти курицы? Курицы, ждите, я приду сейчас. Сейчас я накормлю там вот тех вот там вот. И всех, вот всех.
всех, кого там могу накормить, я накормлю там. И приду за вами. Обязательно. Обязательно приду. Блин, сколько здесь всего. Вот. Эта игра не для меня. Я же лутатор. Я мега-лутатор. Моя задача во всех играх — это мега-лутаться. Мега-собирать все и вся. А здесь его так много. Что это такое? Не грызи! Не грызи! Пошел в жопу! Не убивай моих этих, которые... Ну, вы поняли. Наверное. Смотри, кристаллы, деньги. Смотри, улибака. Улибака такая, бля, коллега, улибака. Ай. Так, ладно. Ага. Так, мы идем. Стоп, а что у нас это отмечается? Ладно, отмечается, пусть отмечается. Так, если он отмечается... Так, мы идем правильно, да? Мы идем правильно. Идем правильно? И мы идем правильно. Идем правильно? Во, вот здесь. Вот здесь кто-то был. Вот здесь кто-то был. Кто-то здесь был. И кто, который здесь был? Ладно. Короче, я там, помнишь, у нас в прошлом ролике был там, типа, какая-то... Так, вот, типа такой... стоял, я его накормил. Я типа кормил его, кормил и накормил. Зайцы! Держите! Держите еду! Зайцы! Хавайте, давайте быстрее. Так, мне нужно это скинуть. Так, деньги, бабки! Бабулеты! Да. У меня есть бабулеты. Так, что здесь у нас? Блин, как-то срывать долго. Посрывать очень долго. Так. Чем эти зайцы? Все, зайцы. Зайцы, держите. Не то. О, держите, хавайте. Хавайте, зайцы. Отлично. Там морковка поспела, наверное. Поспела? Нет? Нет? Еще сырая, да? Ладно. Так, соберем. Соберем вот эту штуку. Надо собрать эту штуку. И эту штуку. Давай. Ну давай. Давай еще подсоси. Подсоси-ка. Подсоси-ка остальных кристаллов. Все подсосало? Неситесь, мои куры! Мои куры несутся. Отлично. Ладно. Бабулеты, погнали. Отлично. Бабки есть. Так, что им построить? Надо им что-то построить. Это есть. Солнечный щит защищает... загон легкой тенью. Может, лучше кормушку им? Обойдетесь. Так, куры. Трава. Курам нужна трава. Так, это надо. У меня ж в планах это. Ого, 1300, нихера себе! Ищет. Так, стоять. Что вы? Кто вы? Почему вы здесь? Что ты здесь ползаешь? А ну в клетку быстро, демон. И вы отсюда повылазили. Сидеть в клетке, собака дикая. О, морковка, отлично. Так, отлично, морковка. Сейчас покормим зайцы. А зайцы ж типа и то хавают, и то хавают. Так. Зайцы, держите. Держите морковку. Хавайте, давайте. Хавали. Кристаллы, где мои кристаллы? Где мои кристаллы?
Давай, засасывай, засасывай все кристаллы. Слушай, 13 парковок дал. Че, ничего не жжет? Вы что, сытые? Вы что, обожрались? Че вы каете? Я для кого вот это вот насыпал? Ладно, ладно. Не хотят жрать, хрен с вами. Хрен вы что от меня получите. Пошли курей собирать. Нужно собирать очень много курей. Так, выходим на поиски куриц. Вообще, ну и цыплят. Так, ты нам не нужен, ты нам не нужен. Нам нужны курицы и цыплята. Ой, не прыгай на меня. Мне страшно. Или морковки насобирать. Не, давай так, задача у нас была курица и цыплята, значит мы ищем куриц и цыплят. И вообще, я сейчас куда-нибудь пошел на другой город. Ну, типа, подожди, где-то я слышал цыпленка. Это жук. Жук неинтересный. Жук уже был. Так, где-то здесь, вот там, вот тут. Где-то нас... Ой, кто это? Ты кто такой? Ты какой-то не по... Ты какой-то не такой вот такой. Ты именно заяц, который заяц? Нихера себе. Даже и такие есть. Они все это вот это вот это. Не, ребят, постойте, постойте. Нам... Это, конечно, все прекрасно. Что это такое? Что это? Что это? А, это я пока не могу. А здесь что у нас? Что это такое? Что это? Кто это такой? Так, дерево с листьями богатого изумруда цвета. Но это всего лишь листья. И тебе они богаче не сделают. Создавайте в изготовителе. Чтобы собрать, нужно улучшение. Что собрать? А, я не знаю, что это, но что-то интересное, наверное. Ну, мы потом разберемся. Привет! Привет! Я тебя хочу забрать. Тебя. И тебя. Смотри. Вот. Вот этих соберем. Нет, тебя не хочу. Ты какой-то розовый, непонятное. Так, стой. Нафиг. Ты поля. Ты поля, иди сюда. Вот дерево. Привет. Вот это заберу. Так, это я забрал. Во, смотри. Вот здесь стоял вот этот вот красный, вот этот большой. Я на него вот так вот подошел такой, его фу-фу-фу-фу. Ты попрости. Курицы более нужные. Короче, я вот то собрал вот так. Вот так вот, да? Вот то сделал. И вот здесь открылась вот такая штука какая-то. А, вон там открылась штука какая-то. Короче, мы сейчас идем отнесем вот... Нет, давай дособираем. Ой, нет, назад. Не та кнопка. Так, мы сейчас это дособираем и пойдем отнесем это все обратно. И, короче, пусть оно там несется себе. А мы будем себе потом вот это вот то. Ну, ты понял, да. Что это? Нахер. Иди сюда. Нахер. Сосися. Сосися, петушара. Петушара всосалася. Это точно петушара была? Там сдохнешь, не иди туда. Я понял, окей. Иди туда не буду, потому что я сдох, да? Так, сюда идти не надо. Так, это мы... Ну, блин, прикольно было бы зайцев отдельно наловить, но как бы... Что? Что-то с деревом связано. Вот, мелкие сюда. Давайте, у меня есть клетка для вас как раз. Так, где? Там цыпа была, да? Цыпа. Они сожрали цыпу? Вот демоны вообще. Цыпу жрут. Так, ладно. Наша задача была... Что? О, куда? Кто это? А что это такое? Выпрыгнул. Ладно, идем скинем.
Идем скинем, и потом можно будет идти куда-то дальше. Потому что, ну куда дальше идти, если мы еще это не скинули? Надо как-то улучшить, чтобы у нас было больше места. Потому что как-то у нас места маловато. Что это за демон? Он обсирается белым. Эй, демон! Что ты делаешь? Ух ты, блин, вот ты! Что? Как ты? Ладно, уйдем отсюда. Будем считать, что мы его не видели. Ладно, ладно, ладно. Там сюда, потом туда, потом туда, сюда, сюда, туда. Или потом. Блин, меня так все удивляет. Уху, зайцы. Так, зайцы, зайцы, это хорошо. Но мы идем высаживать тып. Нам нужно постоянное производство куриц. Где мой дом? Вон мой дом. Это мой дом? Точно мой дом? А если это не мой дом, а чей-то другой дом? Ну, не знаю. У-у-у-у. Так. Кто-то розовый, да? Так, смотри, у нас есть коты. Курица. Чтоб тебе не было... Каменистая курица. Так, а вот этих котанов нужно выкинуть сюда. Котаны, тусуйте здесь. Так, морковка. Растет. Это растет. Так, вы пожрали? Вы похавали? Ого, нихера себе они похавали. Их нормально похавали. 24 штуки. И тут 24 штуки. Да, нормально так похавали. Секунду, подожди, я скину это все. Тут я понимаю. Накидал им еды, они похавали. Нормально все. Так, ну 1300, по-моему, да, для кур там херня была. Работай. Ай, как-то не то. Короче, идем на новый остров. Идем на новый остров. Эти пусть себе плодятся, размножаются. Мы сейчас яблок понакидываем тем и тем. Пусть хавают. Так, у нас сколько? 10 яблок. Давай 5 здесь кинем. Катаны! Нате. Раз, два, три, четыре, пять. Вам 5. Раз, два, три, четыре, пять. Все, и вам 5. Все, катаны, довольны? Довольны. Отлично. Катаны довольны, значит, мы можем идти дальше. Вот это... Хозяйка, ты меня бесишь. Иди в клетке. Ой, я опять пособираю вас всех. Э! Какого? Катаны! Как вы вышли? В клетке! Сидеть в клетке! Вылазили им, блин. Понимаешь ли? Вообще охренели. Вот, вот, вот. Вот самое, самое нужное это. Что? Смотри, два петуха. Валятся между собой. Это, мурашки бегают. Типа появилась. Нормально не так это. Еще типа. Нормально. Работаем, работаем. Тихо. Забор. Чтоб вам эти огромные вот эти вот, не вот это вот, вот это вот. Потому что если меня сейчас не будет, а они к тебе залезут, то что я буду делать? Так, 1300, давай это. Подожди, за 1300 там что отбирает? Так, это у нас бережный бизон уводит старых кур от молодняка и хранит их отдельно. Все, старых кур нужно кормить, поэтому нам нужно... Нет, сейчас мы 1300 накопим. Короче, возьмем... сделаем так, чтобы автоматически отсаживались старые куры. Да пошел ты вот эта мелкая. Ну, раз я его уже собираю, то надо собирать. Так. Дайте морковку.
Слушай, а если вот этого свести и катана? Что будет? Интересно. Свести? Вот этого и катана. О, курица. Подожди. Нафиг. Давай курицу возьмем. Курица — это нужная штука. Так, это мне уже не надо. Так, морковки осталось еще 5. Давай. Давай. Так, где мои кристаллы? Вырабатывайте кристаллы, детки! Давайте. Давайте, кушайте, деточки. Объедайте здесь все, это же не огород. Здесь можно есть все, что можно. Так, это уже все. Это вот один. Это еще чуть-чуть. Чтобы куриц 20 насобирать было вообще идеально. Ну где ты их возьмешь? Отстань, демон. Слушай, у меня такое ощущение, будто вот это мне больше надо. Вот есть у меня такое предчувствие, что это веселее намного. А чем они питаются? Морковкой? О, смотри, катан этот. Нифига себе. Ой, что я наделал? Тихо. Отдайте мне черненькие кристаллы. Так, где мои черные кристаллы? Это те. А мне нужны черные. Охраняйте своего катана. А то его сейчас это отпинает. Вот эти демоны их отпинают. Смотри. Они поглощают их. Они их хавают. Они моих катанов хавают. Я с вами. Я текать. А что здесь нет эволюции катана? Оу, да. Где ты? Смотри. Цыпалятры. Здесь что-то опять сейчас будет. Какой-то демон. Где он появился? Нифига себе, я сейчас бабок принесу. Вот это, понимаю, вылазка. Смотри, сколько их они. Они вообще, вот они, черные пятна. Они везде. Они убивают моих катанов. Курица. Курица еще. А, смотри, петух. Что это? Это где на карте? Это вот здесь на карте. Ладно. А, это мне в порт. Понял, все, понял. Если бы не понял, я бы не сказал, что я понял. А я так понял. Смотри, они уничтожают. Они уничтожают мой мир. Это мой прекрасный мир. Нет, что я делаю? Вот это да, конечно. Как бы тупануть мог бы не каждый. А я смог. Столько выкинул нормальных. Еще одна штука. Приколись. Так, силовой чип. Применяется в изготовлении для улучшения силового ядра вакпака. Я до сих пор еще не знаю, что такое вакпак, но... Наверное, это вот это то, что у меня... Ну, вакпак. Что-то пакетирует, да? Да не то! Нахер. Засасывай обратно. Они моих всех катанов... А-а-а! Тикай. Они могут меня вообще съесть, нет? Ну, я типа рейнджер, я должен защищать катанов. Так, куда мне идти? Мне идти надо туда, правда, да? Вот так. И я пошел не в ту сторону. Это прекрасно. И у меня очень классная ориентация. Ориентация. Да, и ориентация тоже. Ориентируюсь хорошо по это, по месту. Блин, у меня такое ощущение, будто сейчас они всех катанов сожрут моих, и у меня не будет катанов. Да пошли вы в задницу. Слушай, они еще меня валят?
случится, то, что у меня жизнь заканчивается. Вот зачем мне жизни. Иди сюда, мясо, кусок. Пошел отсюда. Уже они всех зажрали. Нет, не всех, не всех. Где мои кристаллы? Так, куда мне идти? Не туда. Пошел в задницу. Буньк. 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 Давайте этих. Буньк. Буньк. Отдайте мне кристаллы. Так, катаны, справляйтесь сами. Как бы все, хватит вас. Какая штука. А ее кормить можно? Кушай морковку. Морковку. Не, не хочет. Она не хочет морковку кушать. Ну, не хочет, не надо. Заставлять не буду. Так уж и быть. Так, все. Бабки, морковка. Давай посмотрим, что у нас эти сделали. Что наши демоны сделали. Вы прыгайте. Прыгайте, да? Что такое? Что такое? Вампиры! Морковки жите! Я лучше туда отправлю. Зайцы, хавайте морковку! Морковка это полезно. Так. Отлично. А сколько? По 20 чем? Нихера себе, отдай сюда. Все, 1800. Так. Надо это. Куромать сделать. Который будет куриц отсаживать. Все, давай. Отсаживай кур. Где старые куры? Старые куры. Так, с этими нормально? С этими нормально. Вот с этими тоже нормально, это обычно. А вот эти вампиры, что вы делаете? Они, по-моему, хотят мясо. Мы хотим мясо! Ты нам морковку даешь, да? А мы хотим мясо! Не, ну бывает такое. Уже сколько кормушка стоит, интересно? Зайцы же это любят морковку, да? Не, ну обычные точно хавают морковку. А это какие-то катаны. Слушай, если это катаны, они по-любому хотят мяса. Сколько? 500. Отлично. Так, куда мне загружать? Так. Черепаха средняя. А, так не могу. Ну ладно. Так, цыпы, что вы едите? У вас есть корм? Вам насыпается, да, все? У вас все хорошо, у вас ингупатор работает. Отлично. Демон, демон. Демоны. Как вы выпрыгнули вообще? Так, где ваша будка? Так, поставить забор. Нет денег. У меня нет денег на ваш забор. Катаны. Что с вами? Знаете. Знаете, два яблока. Сейчас я попробую курицу вам принести. Катаны, ждите. Хавайте, обжоры. Где мои кристаллы? Да, кристаллы, давай мне кристаллы. Мне нужны бабки. Блин, чем их больше, тем меньше успеваешь это делать. Так, курица есть вообще? Старая курица. Где старая курица? Верни мне старую курицу. Курица старая, ты где тут? Тут вас и так до хера уже. Давай, размножайтесь, короче. Так, пока курицы размножаются. Так, мы с тобой должны попасть на другой остров. Это есть, это есть, это то там.
Все. Смотри. Они опять сбежали. Нет. Сатаны. Сидите здесь. Как они вылазят? Как это говно вылазит? Так. Стены. Построить стены. Все. Сидите, дятлы. И не шумите. Что такое? Так, идем сейчас это. Ух, я не успеваю. Я тупо только туда-сюда, а не вот это вот уже вот так вот. Курица есть? Нету старых куриц. Нету старых куриц. Слушай, если я много куриц посажу, они тоже станут демонами? Все, наша задача на следующий остров. Ничего с собой не берем. Просто валим, просто валим. Как будет, так будет. Так, нам нужно... Что такое? Вот, где мне его найти, вот этого веселого? А, это, подожди, это в подземелье. Наверное, сидит в подземелье. Значит, вот сюда. Все, летим. Уху, катан. Слушай, это золотой катан. Золотой катан. Это денежный катан. Эй, все? Нет денежного катана? Эх, обидненько. Ладно. Ничего страшного. Нам нужно на следующий остров. На следующем острове мы сейчас что-то сделаем. Кстати, курица. Кушай курицу! Не хотит он кушать курицу. Я ему давать курицу, он не хочет. Опять демоны прилетели. Ну, они берутся вообще. Так, надо вот так вот сюда. Ага, отлично. Слушай, а заяц морковку будет? Она еще не поспела, да? Ладно, бог с ним. Давай, на следующий остров. Где мой следующий остров? Где-то вот там. Насколько я помню. Я с собой ничего не беру пока, потому что я не знаю, что там будет. Может, там будет что-то интересное, нам нужно будет вернуть его. Уху, смотри, они все прилетели, попрыгали. Вот так. О-хо-хо-хо-хо. Так, курица, отлично, так. Полетели! Так, куда мы летим? Индикатор сохранения. Так, где мы? Смотри, мы здесь! Хорошо, пошли посмотрим. Что это? Это что, другое? Нет? Те же? Так это те же. Не, ну те же неинтересно. Я думал, другие будут. Но. Я думаю, мы других найдем. Но. На их поиски мы приступим уже в следующий раз. Катаны! Катаны! Давай, кислива. Нам нужно обыскать этот остров. Но это в следующий раз. Давай, покедова.